Друзья, всем привет! Меня зовут Людмила Якубова. 6-й год я на растительном сыроедении. У меня грамотный подход. Я периодически сдаю анализы и смотрю, а все ли хватает моему организму. И вот я озадачилась вопросами кальция. А хватает ли кальция? Ну что, смотрите результаты моего анализа на кальций. Казалось бы, все хорошо, вроде бы значение в норме, но я на этом не остановилась. Я сдала один очень важный гормон, который кое-что показывает. Смотрите результаты. Дело в том, что паратиреоидный гормон показывает, откуда организм берет этот кальций, который у него, казалось бы, как бы в норме. Судя по тому, что мой показатель немножко завышен, мой организм берет кальций из костей, из зубов. И, в общем, хорошо, что я это предотвратила, но, в общем-то, практически в самом начале. Что я буду делать? Расширю свой рацион в пользу продуктов, богатых кальцием. И также, конечно, введу кальций в виде добавки. Да, потому что дефицит допускать не стоит, так как в результате можно остаться без зубов и с остеопорозом. Друзья мои, пишите в комментариях, о чем еще вам рассказать в моих следующих видео. Всем пока-пока. С вами была Людмила Якубова.